Сейчас Антон будет встречать, да? Yes. И диджей Константин, да, он выключает музыку. Тримайте, будь ласка, ваш номерок. Меня зовут Вадим Диякевич, я приехал из города Кривой Рог. Мне 19 лет, и я уличный музыкант, пою на улице. Взял друга, который играл на гитаре, сказал, пошли поиграем на улице. Пошли. Мы стали играть, мы начали этим зарабатывать деньги. Бывает, просто кинуть рубль на отстанет. А есть некоторые, которые останавливаются и могут ничего не бросить, но это намного приятнее, когда они останавливаются, слушают, улыбаются, им нравится. Я тебе желаю сегодня, знаешь, хорошего, вдохновенного такого выступления. Я тебя приглашаю, и мы за тебя болеем. Я больше ничего не умею делать, мне нравится петь. Здравствуйте. Привет. Ты уверен в своих силах? Страх немножко дает о себе знать. Да ладно, Вадим, расслабься, ну что ты? Все, хорошо. Ведь если ты расслабишься, ты покажешь свой лучший результат. Хорошо. А волнение никому не нужно. Какую песню поешь? «Люди як кораблі». Отличная песня. Очень хорошая Давай. Песня.
Дякую. Вы знаете, ну, вот в первый раз я сижу в проекте, вот, и, собственно говоря, ну, слезы. И у меня, я вижу, и у Юли. Гениальная совершенно песня. Гениальная песня. Которая, я уверен, совершенно будет жить, не знаю, ну, века просто. Вот. И хотелось бы попросить ребят, которые будут, собственно, приходить к нам на конкурс, петь и так далее, больше петь наших отечественных песен. Больше. Они ничуть не хуже никаких американских, английских или иных песен. А во многом лучше, потому что глубже, потому что они выстраданы, потому что они реально поются о настоящей жизни, не о выдуманной. Вы идеально выбрали песню и показали пример. Именно за это я говорю вам «да». Спасибо. Спасибо за ваше выступление. Я говорю вам «да». Спасибо. Мне кажется, надо все-таки оценивать исполнителя, да, но песня-то гениальная, но и что дальше? Знаете, у меня не было ни слез, я знаю эту песню и помню очень хорошо оригинал. И все-таки, Костя прав, песня помогала вам очень сильно. А хотелось бы, чтобы это было наоборот, чтобы вы слабую песню смогли вытянуть, вернее. Ну, не знаю, у меня такие смешанные, я понимаю, слезы, все, но... Нет, я скажу нет. Спасибо. Вадим, ну это был удар ниже пояса для меня. Я вас за это ненавижу. И говорю вам «да». Да что же вы плачете, радуетесь? Я от радости. Ну, хорошо. На одну щасливу людину сьогодні стало більше. Хочете першими дізнатися про ексклюзиви з влаштунками X-Factor? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде вам щастя!